Привет! 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 Как дела? Как дела? Нормально. Нормально. Слушай, может, сходим погулять? Да, давай. Я сама ничего не понимаю. Настя! Что? Ко мне кто-то ломится. Кто? Я не знаю. Ужас. В доме еще кто-то есть, кроме тебя и ужаса? Нет. Тут никого нет. Прекрати, я тебя умоляю. Тогда иди в комнату и залезь в шкаф. Я не могу найти бокалом. Здесь нужно ввести какой-то пароль. Он еще стучит? Да. Сейчас я вызову полицию. Хорошо. Ты жива? Да. А где он, не слышишь? Нет. Он, похоже, пробрался через окно. Я слышу его шаги. Сиди тихо. Я заперлась в ванне, а то убьет. Ага.
Хорошо. Посидим, может, уйдет. Ты ко мне приедешь? Ты что, забыла? Я же уехала в Дубай. Блин. Вух. Справляйся без меня. Он ушел. Фух. Там что-то затряслось. Ну а пока что... Ну а пока что поставь лайк и подпишись. Ко мне кто-то пришел. И говорит пип-пип. Кто это? Я не знаю. Звуки стихли. Надеюсь, пронесет. Что там? Я, похоже, спалилась окончательно. Нет, у меня упала щетка. Ты что, зубы чистила? Нет. А где он? Я не знаю. Слышу шаги. Жуть. Ты примерно не знаешь, когда он уйдет. Я не знаю. Я даже не знаю, кто это.
Сейчас загуглю. Может, это... Настя, я загуглила. Это чел за окном. Я читала про него. Да, я знаю, он приходит к тем, у кого... У меня вообще... Да, я знаю, он приходит к тем, у кого меньше 30 миллионов подписчиков. Блин, у меня 1000. Может, если все подпишутся, то он уйдет. Ребята, подписывайтесь, пожалуйста. И он уйдет. У меня в горле пересохло. Что там? Короче, он приходит ночью. Еще надо спрятаться за 5 минут. Я думаю, он скоро уйдет. Сейчас он проверяет, где я. Ух. Попробую выйти. Не надо. Он был там. Он схватил за ногу. Он ушел. Потащил меня. Что? Нет. Что с тобой? Я выбежала на улицу. Все нормально. Нет.
Я бегу, какие-то мусорки. Я бегу. Да. Он бежит за тобой? Да. Фух, я оторвалась от него. Наконец-то. Настя. Я в автобусе. Что? Главное, что убежала. Я из него вышла. За мной следит чел. Какой? В черной маске. Ужас. Ешь по адресу. Я в Дубае. Точно. Это от волнения ты забыла? Настя, я в больнице. Меня пронули ножом. У тебя раны? Да. Меня выписали. Все нормально? Тебе больно? Уже нет. Ну ладно, пока. Пока. Доча, просыпайся. Все хорошо. Мам, сегодня в школу. Блин, мне такой хороший сон приснился. Ну ладно. Ребята, всем пока. Спасибо за 1000 подписчиков.